Как никто другой, понимая важность этого законопроекта, я врач, и никаких нет сомнений, что основная цель, куда направлен этот законопроект, это, безусловно, защитить наших людей, защитить их жизнь, защитить их здоровье. Многие страны пошли по этому пути, везде получен положительный результат, поэтому с точки зрения защиты жизни и здоровья здесь, конечно, особых компромиссов быть не должно. Но с другой стороны, мы должны скрупулезно, тщательно изучить все детали, чтобы не было действительно потом законного недовольства наших граждан, что мы что-то не учли, какие-то остались белые пятна. Вот здесь мы с правительством будем дорабатывать данный законопроект и уверен, что в итоге получится тот закон, который действительно и с одной стороны защитит жизнь, здоровье наших людей и, конечно, сделает их жизнь более комфортно.